Сегодня бакестрим начинается. Мы готовы взорвать все границы и стены. Гитары орут, барабаны бьют в темпе. Не надо стоять, тебе нужно танцевать. Спин лисенка Никерона. Мы раздвигаем все границы вокруг. Всех запутал своими стримами. Не надо стоять, присоединяйся, друг. Сегодня бакестрим начинается. Мы готовы взорвать все границы и стены. Гитары орут, барабаны бьют в темпе. Не надо стоять, тебе нужно танцевать. Спин лисенка Никерона. Мы раздвигаем все границы вокруг. Всех запутал своими стримами. Не надо стоять, присоединяйся, друг. Сегодня бакестрим начинается. Мы готовы взорвать все границы и стены. Гитары орут, барабаны бьют в темпе. Не надо стоять, тебе нужно танцевать. Спин лисенка Никерона. Мы раздвигаем все границы вокруг. Всех запутал своими стримами. Не надо стоять, присоединяйся, друг. Сегодня бакестрим начинается. Мы готовы взорвать все границы и стены. Гитары орут, барабаны бьют в темпе. Не надо стоять, тебе нужно так. Итак, всем здоровья! Здорово, Женя, тебя взломали. Да, меня, ну, взломали, но я это все решил. Короче, я вот тогда на стриме еще расскажу, почему, типа, описание, название стрима, то, что меня взломали. То, что я сейчас вот это захожу пока что на свой стер. Ага, и фиг сойду. Мне надо его перезагружать. Почему, когда меня тогда, когда я на нем не играю, он просто отдыхает? Короче, пока стер, ну, загружаться, я могу сказать, что произошло. Я, короче, сегодня... Ой, не сегодня, а вчера, короче, после школы. Выхожу домой. Хочу чисто поиграть это, с Максимом. Ну, этот Флексден, который на моих стримах постоянно. Я такой просто вот это... Прихожу, включаю комп. Вхожу вот это... Авторизуюсь. Захожу в Дискорд. И вижу, у меня 1000 сообщений просто. Я просто захожу, а там, как вот тогда, может быть, ты видел этот. У меня было вот тогда почему-то, у меня какой-то челик из Нью-Йорка, да, я посмотрел в устройствах, это какой-то чел из Нью-Йорка. Просто спамил всем это приглашение на DSR 18+. Да. И у меня еще такой вопросик небольшой.
тебя, кто такой Респект Фу? Во-вторых, почему есть все, вот это, почти все модераторы, кроме одного, есть Дима, есть это Лёва, и есть Михусь. А где Даня? Мы Даню потеряли. Оставь Даню. Я думаю, у меня даже сообщения от него нету. Респект Фу, это и есть это, Даня. Респект Фу, это значит и есть Даня. Надо бы ему тоже отправить. Больно видеть первый, не лучше полной темноте, скорей свободу обрести. Мерзкий старый дом, проклятый старый дом. И все, вот это адамин. И все, я вошел в аккаунт, сейчас включаюсь вот это, вот так. И вот все, и все видно вроде. Так, кстати, я еще буду менять вот это, то, что Lily War написано. Это, короче, у нас вот тогда прошел вайп. Типа все очистилось, но... Так что заходите, IP в описании, вот это будем разбирать. Еще вопрос. Бедное дерево. Его кто-то спилил. Фермер. И тут кто-то и какая-то хижина чудес, где можно поспать. Йо! Кстати, на прошлом стриме я построил себе вот такой дом. И тут подписал таблички. Дом создателя сервера Фоксникерон. Если дома нету, то пишите в ДС. Ну, в принципе, мой ДС вот это есть почти у всех. Ну, кроме домашнего. Домашнее вот это. Сразу говорю, тут пока. Вот это тут пока что. Просто ничего такого нету. И еще, чем вот это я могу сказать. Я, короче, сегодня смотрел ТГ-канал кое-какого чебурека по имени Костя. У него была вот такая задача. Сейчас.
А, кстати! Кстати, знаете что? У нашего Кости девушка появилась. Потеряли пацана. Он больше не наберет. Больше не прилетит никто. Потеряли пацана. Больше не прилетит никто. Вон насчет Зикс Костя информация. Он изменил тут эту фотку. И просто. Парни, это у меня отменяется, потому что А выделяется написание. Типа он сначала. Спасал, парни, короче, хочу сказать то, что я создаю со своим тиммейтом сервер, тематика бокса ПВП. Смотрите, есть такой вопрос к вам. Смотрите, какую вы хотите тематику бокса? Ну, короче, он Парни, это у пишет, меня отменяется, потому да. что А выделяется написал. А вообще, заходите. А там реклама даже. Реклама стерва, но я вот. Я не буду лучше. Кстати, я хочу проверить кое-что. Если это правда, я вот тогда я буду в шоке. Нам надо, во-первых, найти алмазный блок. Во. Ну, 60. Ну, 64. И 64 вот это. И бамс-бамс. И нельзя. Прикиньте бы можно. И потеряли, пацаны. Рена, у меня есть Костин ТГ, и у него описание. Да, вместе навсегда. Ангелинчик. Захожу на Ангелину. Эй, Костя, мы навсегда будем вместе? А мне даже такого никогда не предлагают. Человек, который меньше вот туда, который младше меня вроде, уже девушкой. А мне нету. Хотя что, мне пока что нафиг не нужно. Они уже и предлагали. Даже мне прям интересно, что написать кое-кому. Новый сезон Пиксельмон. Твой поиск команды. Чё, блин? За что за фигня? Это что за фигня? Это что за фигня? А, я не тут написал. Я не тут просто. СТГ надо. Я, короче, кое-какое сообщение кое-кому написал. Просто это капец.
Мне прям интересно, она что-то напишет. А у нее на беззвучном. Прям чувствую, что мое. Чисто я даже могу сейчас посмотреть. Опа, она заразе знакома. Да, меня зовут. К этому мужику сказал. А, ну, о чем ты? Лена, вот чтобы вы понимали, я с этим человеком только 3 февраля, ой, 14 февраля разговаривал. И я тогда снимал видео, вот вроде бы снимал видео, вот ну, спрашивал вопрос, и она сказала, сколько ты будешь еще будешь снимать на YouTube. Почему они все вот это спрашивают, ты когда... Опа-на! Здрасте, а можно донат закинуть? Суффикс. А я суффикс уберу. Если ты поломаешь, я тебе ногу отобью. Я ему говорю это, я ему зубы отобью. А если этот косолапый? Без микрофона, который... Сломать хоть! Малюсенькая... Опу. Я не могу. И почему он так пишет? Вот, можешь. И тут еще какая-то фигня с сером. Короче. Максим что-то... Я вас сам не знаю, что... Непонятно, почему тут круг. Костя, если хочешь, помогите. Ты подох, я вижу то, что ты подох. Ну что сказать, ТП, ХР. Костя, опа. Ты что там ломаешь? Помог. Помог же. Вот. Помог же. О, кстати, на основном. Я на своем проекте дам админа, помоги. Зачем, если я все равно туда на него заходить не буду?
Короче, это... Наш бывший пацан, это... Летать вот это стал. Он теперь это... Дональд Дак. Я уже говорю, почему он бывший. Бывший пацан. Потому что он тебе больше не пацан. А-а-а, я понял. Я, кажется, понял. Почему он войти не мог? Я понял. Я понял. Я понял все, я понял. Я понял все. Во! Ура! Да-да-да-да-да. Ну вот, теперь он сейчас будет спрашивать, а почему бывший? Всё. Бывший пацан. Ну вот, ты готов. Ну он готов. Я даже могу сказать, почему я... ты бывший пацан. Я просто тут ТГ посмотрел. И вот, выбрал твой контакт и описание. Да, вместе навсегда. Ангелинчик. И даже у Ангелины. Эй, Костя, мы навсегда будем вместе. Это уже понятно, то, что потеряю пацана, он больше не наберет, он больше не прилетит, и никто его не найдет. Вот что это значит. Вот что значит бывший пацан. Меховчик! Меховчик! Здорово! Тут я. Чё у тебя с инетом? У меня с этим все норм. О май гад. Меховчик зашел. О май гад. Не-не-не. Чё не-не-не этот? Да чё ты делаешь? Чё, дурачок? Нет, я работать начал. Всё. Вот иди работай. Всё. А на кого мне работать? Батать? На NPC никого! Так. Слэш чек RV+. У вас недостаточно прав. Это читеру. Его забанить надо. Так. Бан. RV+. 20 дей. 4. Я забанил. Я вижу. Да блин, я не пойму. Это либо что-то... Баги какие-то. Я просто NPC забанил. Туда его. У него дюп айпишник. Все, я его сейчас по IP забаню. Баню. Где? А, блин, сейчас надо вот... Бан IP. А, блин, надо анбан. Плюс бан. А.
Ага, его разбанить? Это моя блюса. А, блин, я банишь реально? А чё за админ-то новый? Погоди, мне просто интересно проверить кое-что. Ой, да проверить. Да, офигел? Ты да, офигел стали? Да, пяу-пяу-ля. Да, я работать пошел. Я не офигел, я проверяю. Я кое-что не так написал. Да не работает! За что? Не работает. Надо какой же. Ты что, офигел? Договорю уже, я вот это, я хотел проверить. Кстати, у меня вопрос. Давай, NPC разбань. У меня еще вопрос. А в чего ты собака? А, я скин такой поставил. У меня тоже есть собака. Ты бы еще поставил тогда скин чихуахуа. Не чихуахуа, это лютый песик. Песик. Да блин, почему ты тебя на стриме? Мне интересно, что этот Костя делает. Бывший мужик! Здравствуйте, бывший мужик. Что с вами? Бывший мужик понегрел. Он и есть чихуахуа. Он и есть чихуахуа. Чихуа. Вот ты помер, дед Максим. Да. Его это... Они поударяли немного. Так, а у меня еще вот это. У меня еще много это вопросов. Да, 100% взломали. Да я уже его убрал с устройств. Можешь сказать, он сам вот это... Я же сам ему говорил. Бамс. Во-первых... Кик. Во-вторых... Хорош. А во-третьих, если еще одна молния будет... Вообще бан получит. Он тебя молнией ударил. Туда ботикой.
И вот он. Если он что-то сделает, а вот это... ГКС? Даже если он меня я забанит, я смогу себя разбанить через консоль. Что-то? А если что-то, я тебя разбаню. А? Баню. А если что-то, я тебя разбаню. Да. А куда он исчез? Он исчез. Давай это ПХР. Это Костя. Забудь-ка. Давай заходи, а вот где ты? Ой, блин, сори, я перепутал ники. Так это наши новые, ну даже не новые, можно сказать. Это же как бы Михувчик. Мила собака. Тебя Милой назвали. Ура, милая собачка. Тебя это, самый первый модер тебя назвал Милой собачкой. Ура. Только я не знаю... Даня, блин, ты где ты? Вообще будешь заходить или нет? Он тоже. Что он тоже? А что тебе... Я не понял, тебя типа в ДС взломали? Короче, я уже на стриме объяснял то, что... Я сам не знаю, меня, короче, вроде... Да, вчера я прихожу со школы просто, хотел с FXD'ом поиграть просто в Майнкрафт лютый. Я такой захожу, домой, включаю комп, вхожу в систему, захожу в ДС, и у меня 1000 сообщений в разных этих группах и все такое. И я такой смотрю, а у меня там кто-то спамил постоянно такими добавлением на сервер 18+. Ага, и ты мне это, кстати, тоже скинул. Да, это не я скидывал, это чел. Потом я посмотрел устройство, а там был чел из Нью-Йорка. Я его сразу же удалил. А на него не надо смотреть, он украинец. Он в Украине живет. Ну все тогда, бан навсегда по имени. Да, причина Украина. Причина надо... Утка родить. С ума сошла! Утка с ума сошла! Утка сдохла. А во! Да он просто от безысходности тимится. Пришел с Брау... Вот из Брау Старса вот это в Майнкрафт. Тимится. Хватит тимиться. Я знаю, что я могу сделать сейчас. А, пропиши команду... Блин... Такую... Пожалуйста. Так, туда. Или нее. А кстати. Да блин, я сейчас не могу кликнуть. Туда. Подожди, тихо. А, блин, у меня префикс почему-то синим не себя начал работать. Если он еще что-то будет сейчас делать, либо спамить СВ, либо еще что-то, я его просто возьму и тресну по башке его проклятой. Чего, робот? А слушай, давайте сейчас скину кое-что в Дискорде. Что, офигел? И ты вот это напиши. Чё? Да у него опка есть, он может поставить это. Я обратно. Он читак. Уфу, софт. А где он сейчас такой пишет? Бан, Фокзникерон. Если он пропишет, ему хана. Бому читак. Я его по IP навсегда забаню. Либо если он нас двоих забанит, я его через консольку забаню. Баня. Собачка. О, топер взошел. Вот это тебе говорят, собачка, типа, тебя хотят это установить. Он тебя хочет установить. Чё вообще? Не, просто чекай чат. Ну, вот этот чат, это, на стриме. Ура. А как ты мне в Дискорде выдай роль модера в Борде? Чего? В Борде.
Ты мне в Дискорде выдай роль модера. Где в Дискорде? Модера. А, кстати, я кое-что забыл. Сюда заходи. Дискорд сервер. Ура. Да. А, в чате ни одного сервера. Модер. О, хороший, хороший. Погоди. У меня уже есть. Иди сюда. О, он сзади, он тебя хочет. Он хочет тебя в спину ножом ударить. За хасакость. О, опять же. Собачка, я тут. Опять же. Можно я тебя установлю? Да. У меня собаки никогда не было. Да, а у меня есть. Это я. Понятно. Ты что, самого себя любишь? Ты что, гей? Я. Нет, я А. Понятно. Ему надо? Короче, погнали. У меня... Можно ДСП? У меня... Так, мы что? Не в Дискорде. А. Это, кстати... Погнали... Фокс Никерон, можно это... с моей собачкой дом из бедрога построить, чтобы нас никто не сломал. Кого? Ну, короче, можно с собачкой построить дом из бедрога, чтобы нас никто не убил. Только если. О, только если вот это наверху, чтобы никто не видел. Ну только не на спавне. Хотя ты не сможешь на спавне. Ну я, конечно, не могу на спавне, у меня лупки нет. Почему? Погодите. Я почему-то, когда ты говорил про, типа, что ты хочешь эту собачку установить, у меня сразу же вот эта песня, вот эта, типа, моя собачка одета дороже тебя. Кстати, это, Дань, я даже вот это, я, короче, сегодня в ДС искал, я даже из-за того, что ты аватарку это ник поменял, я даже тебя найти не мог. Я думал, ты меня заблокал просто. Не-не-не, просто у меня там КС-ка есть, я там свой. Из-за того, что типа у меня это, типа, взломалось, все такое и так далее. Я просто там клан в Counter-Strike создал, вот из-за этого я ник поменял. На Respectful. Лютый. А я собачка одета дороже тебя. Мы будем... Дай гемку на дом. Собака. Мы будем строить дом из бедрока, только слишком высоко, чтобы никто не увидел. Гав. Короче, они пошли дом строить, а я буду у себя домики. Мной косту. Вот и спалился. Вот, короче, это мой дом пока что, апартаменты. Я думал, короче, сделать, наверное, городок тут. Привет. Костя! Хватит. Качай ГС. Он сейчас скажет, где? Нет. Thank you.
вот, короче, у меня почему-то где-то заспавнился этот. Минус, слушай, короче. Ты дурачок! Я говорю, не стро... Я сейчас тебя вот это реально, я вот тебя сейчас опку заберу, я вот тебя... Ты будешь админом обычным. Кстати. Он в моем сервере. Где? Если он слепой там, тогда у него на час. Моя собачка одета дороже тебя. А фонтанчика нету, купи бея. Я думал, ты ответишь, что... Короче, я не знаю даже, что делать. Батя, это дороже тебя. Так попробуй. Так попробуй. Так попробуй. Давайте его спа. До свидания. Понятно, вот это мало на меня. И спал. Один кушает, второй спать. У меня 10 вечера будет. Да, отвали ты. Фуксик, здорово, Токсик. Костя, еще один раз, верай на хана. Иди спать, у тебя 10 вечера, ты же сказал. Ну, через полчаса, полчаса 10 вечера. Сейчас я эту дверь пропержу. Я сейчас тебе так пропержу. Не видишь, чей это дом? Ой. Куфок, здорово, Максим. А вот там! Михувчик! Михувчик! Да стой! Вот этот можешь пропердить. Да вот этот можешь. Вот этот можешь. Вот это может. А так он меня тыпыхает к себе. Я знаю, кто это. И камни. Вот этот можешь пропердеть. Вот этот. Вниз. Короче, если меня еще раз этот за кости тыпыхнет себе, я его по IP забаню. Нет, ты его не сможешь, потому что он админ, а ты модер обычно. Я модер. Фокс. Чё? Модка. О, он Фокса пошел качать? Ты пуфти. Да, я знаю. Но только меня пупсиком можно называть только либо Даня, либо если он этот захочет, либо Максим. Самое главное — это Максим.
потому что моя собачка одета дороже тебя. Тачками едут купить Бион. Это мой мастер попстар, смотри на меня. Твой парень достал, отстал, на-на-на-на-на. Я сегодня в Бравл играл. Я сегодня в Бравл играл. Играл. Вот, и у меня осталось на броке ХП пасхалка 1488. Еще один за свою пасхалку. Я как бы тоже сегодня это БС играл. И чё? 8. У тебя сколько кубков? Я на стриме не был. Ну, я на твинке вот это играю сейчас. У меня, короче, уже почти 2К. Был. Уж. А на основе сколько? На основе 26К. Сколько? 26, у меня 17. Нет, у меня 18 на основе. Но я вот отдавал это... Нахуй я отдавал год назад аккаунт другу, и он... У меня сначала было 30К кубков, а он слил до 26. Блин, чё за долгомод качает? Чё? Мод качает. Блин, а ты не знаешь, чё у меня префикс не синий? Я не знаю, это синий, это уже, это чё-то, короче, эти сделали. Дебилы. Это дебилы, короче, это... Создатели этой сборки сделали. Иду. Я, короче, поснимаю, кое с кем поговорю. Моя собачка одета дороже тебя. В рюкзаке нет купить бриллиант. Там мой лайфстайл, попстайл, смотри на меня. Твой парень достал, Все это время я тебя не слышал. Это, короче, знаешь что? Я сегодня по стриму это с одним человеком поговорю по это по поводу того, что типа почему это префикс не меняется. Я по стриму, может быть, это пофиксим. Не слышал. А смотри, вот смотри, я навел так, что у меня вот это правое табло на облаке и у меня ранг просто. Да. Вот даже сейчас. Да, ну это, короче, мы пофиксим. Это будет хорошо. Хорошо. А, кстати, вот смотри, у меня есть модер, да? Ну. Вот чтоб мне главное получить, мне нужно тебе задонатить 250 рублей или 150? Если модер 100, то... Ну, рублей, и вот тогда и забанить 5 читеров. 50 доплатить. 5 читеров, но у нас онлайна столько нет. Нет. Но у нас 2 онлайна. Онлайна. О, CSGO Toxic. Это кто? Я забыл, кто это. Это Фрикс Дэн. Что тебе в моем доме надо? Кто это? У меня, я, короче, повесил это голову собаки возле своей двери. У меня руку видно, левую. Ну вот еще рука вместо это открывашки вот так. Оп. Все, убрал. Давай. Фигня. Давай.
я в колокол не могу звенеть. Кстати, а ГМ3 есть у главного моддера? Да, есть. Вроде бы. Правда, что ли? Что ли? Три за любого моддера бегать в ГМ3. Не трогай мою кровать! А как у тебя сесть? То есть тут нет команды, есть команды сид, жалко. Это да. Жалко. Давай. А то знаешь, жалко. Что можно? Жалко, да. Выйти в окно. Да. Еще раз. Вот тут открой окно. Собака сой сама. О, он залетел. Знаешь, что я могу сделать сейчас? Так, все, он тут. Здорово, Костя. Все, он тут. А ты мат скачал? Раз у него не стоит то, что типа нету мода, значит он скачал. А, я понял. Но он разговаривать не может, он не мой теперь. Где типа активации, там носом поставить. Да. Он хотя бы меня слышит. Лучше. И тебя. Лучше. Я, кстати, тоже. Вот имба. Я пока. Немного протупился пока. И камни вниз, крыша дома твоего. На-на-на-на-на. А ты где бил? Буль-буль. А кто свистит, блин? Блин, надо Дэнни сделать. Ё-моё, че у тебя... Чел, купи нет. У тебя и нет фигня. Да у меня пинг 500, ты о чём? Ты о чём? Да, пинг 505 просто. У меня роутеру 10 лет. Ты о чём? Ты о чём? Потерял. А больше не найдешь. Потерял. А больше не найдешь. Лови! Давай еще раз. Лови! Давай. Чё? Потерял. Давай. Чё, ой, опять от него потерял? Осталась только верхняя часть. Это не часть. Это. Да блин. Лови. Им дельфины там играют. Дельфины? Чё?
Я уже вижу то, что он там что-то уже делает. А, понятно, что он там делает. Кстати, ну что, нашел? Ты его вот сюда кинь. Куда? Сюда кинь, сюда. Да. Окей. Да. Дай. Стоп. Что? А. Нету. Поехали назад. Ой, ко мне должен тэпнуть. А, ТП, ХР, и хуфтик. Давай еще раз. Давай. Внимательно за ним иди. Так, давай. Давай. Собака ищет грязь. Он не подбирается. Кстати, я же вроде... Да. Я же вроде знаю то, что ты собака же, да? Да. А собаки любят это. Косточка. Дай косточку. Искать. Косточку. Блин, она просто в воздухе испаряется, потому что я слишком быстро падаю, и чанки не успевают прогрузиться. А ну-ка, а если... вот сюда. Давай, ищи. Она мне просто уехала. Прогрузиться. Слышишь, я ее, конечно, достал, но я просто на ней стою, она не подбирается. Вот сейчас выкинь ее. Нет. Сюда вот, любой блок скинь. Вот. А, стой, стой. Прямо мне скинь. Ну на! Ну вот, видишь, он не подбирается. Погоди, а мне просто интересно. Так потому что ты в ванне же был! Ой, вот. Нет, так я не ваниша. Вот я сейчас вот. Без ваниша. О, мою! Давай еще косточку. Давай, вот тогда косточку, вот она. Готов ее увидеть? Готов? Искать. Как же им легко манипулировать? Плавает и ищет косточку. Тот дэй прописал. А чё он незерку взял? Я ее принес. Где? В деревне. А я видел, как ты там скелетов убивал. Ты не считай. У меня не вот считает. Есть. Ну блин, она пропала. Я тебе говорю, я слишком быстро. Чанки, и поэтому она пропадает. А вот убери броню. Так, пропадает. Косточек. Так, косточек. Поймаешь, это да, они твои.
Даже нет, во. Пятьдесят, во, поднял. Даже два стака. Два стака поднял. Два стака поднял. Ты дебил, я их почистил. Я инфо чистил по ошибке. Давай еще раз. Окей, беги. Еще раз. Я ее на лету схватил. Блядь. Давай еще раз. Отдай мне кит до хелпера. Не, погоди, иди сюда. Дай кит до хелпера. Давай так. То сейчас вот эти косточки я тебе даю 10 кейсов с реликвиями. Добыча. Давай. Он сейчас будет добивать этих гринь. Он сейчас сначала. Он будет убивать или что? Он просто бегает. Ну. Я их не нашел. Давай еще раз. Ты что так очень. А нет, вот они. Вот они. И сколько их? А я тебя очистил. Я инфо чистил. А я кидал как бы два стака. Давай еще раз. Окей. Ах ты. Давай я на лету поймал. Давай еще раз. Давай. Лесо я у тебя. Где это есть? Давай. Да блин, они просто испарились. Рил? Да. Ну вот он снова пропал. Может, у тебя какие-то баги? Нет. Нет, я тебе говорю, он реально попадает. Слушай, а может год выключить? Давай без года попробуем. Вообще в ГМ0, блин, давай попробуем. Да попробуем. Но я и сейчас в ГМ0. Я даже не кинул! Ты уже побежал! Я даже не кинул, ты уже побежал, блин. М0. Ну вот они, я прыгаю, они просто в полете испаряются. А я попробую еще прыгнуть. Не, ну просто блин. А если собачки одеться дороже тебе? Мой пастор, пап, смотри на меня. Давай топай! Чё там грозишь? Я вообще сейчас вот тогда русский язык поставлю. Это Россия! Россия! Еще. А где он? Ты где? А, вот он ты. Теперь новый уровень. Палочки. Просто испаряются. Я даже не знаю, давай еще раз тогда.
Не, ну ты рано прыгнул, ну ты рано. Блин, они просто... Да ты рано, я видел, ты рано туда, ты слишком рано туда прыгнул. Давай. Давай еще раз. Раз, два, три. А, я думал, что вот. Раз, два, три. Они просто пропадают. Я ничего тут не сделал. Кто больше всех камкает? Сейчас. Вам меховчик. Он обиделся. А что, не победили? Всё. Ты 2-1. Не, ну реально. За что обижаться на меня? Иди попу. Так я ж пошутил. А то стака. Только я тебя просрал. Одеем папки пополам. Я 50... Не, я выиграл. Не, я уже выиграл. А я выигрывал. Ты не часть. Не, вот тогда... Не, я потом тогда 400 пуроков. Это... Так что все, одеем пополам. Мне 50 и тебе 50. Или ты не согласен? Вот, все. Тебе 50 и мне 50. Dead inside. Вот где есть бой. Ну давай, тебе 50 и мне 50.
Он надоел. А я тебе вернул твою долю. А, понятно. Я знаю, что он сейчас будет делать, если я... Забыл. Что ж не бывает? Ну не бывает такого. Не бывает такого вообще в жизни. А он не просветился. У него еще осталось. Да ты достал. Забирай. Это твои. 500к. Все. Да. Все. Бери бабки и уходи. Все. Нет, есть. Что ты хочешь? Давай, говори. Что ты? Окей, что ты хочешь? Что ты хочешь? Да? Что ты хочешь? Говори. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы все киты не были в КТ. Не, у меня вопрос. Ты дебил. Я хочу попахаться. Окей, давай вот так. Ты меня, вот это, давай так. Я, ты можешь каждый раз, вот это, ну, кроме, вот это, когда я в школе, ты можешь просто, вот это, просить у меня любой, вот это, любой кит, который тебе доступен, без, вот это, когда у тебя КД. Договорились? И The Helper. Без проблем. А? Ура! А годен на один в кита убира. Э, вот, вот тебе твоя сдача, вот все, да, до свидания. Сдача со столовки. Уйди. Нормально, выйди. Я говорю, выйди, разбойник. Это... На меня ки... Давай, yes. Оп! Давай, я спать пошел. Пошел. Антона, на нас битва! Антон, нажми. Это что? Бань всех по IP! Бань всех по IP! Бан IP. Бан IP, Рокси. Рокси. А, блин. Ёп. А, блин. Что это? Я что такое? Подожди. Подожди. Ротор.
Да, я знаю, вот это. Вам покажу. Это... Они еще там? Они... Да блин, тут фулл тап просто. Фулл тап просто. Я зову дядю Максима. Я звоню дядю Максиму, не переживай. Я дядю Максима позвал. Сейчас он сейчас им задаст. Я, кстати, я как не знаю, кто мне вот это на меня лифт бокс ставил. Сейчас я этого типа на пробу вызову. У тебя уже больше человек на стерже. Да, блин, два человека. Артер Рустер. Нет. А чьи? Про вызову. Я его сейчас просто... Нафига ты кикнул? Да погоди. Я его сейчас просто... Просто меня добавь. Алло. Алло, сейчас я одного человека добавлю. Мне сейчас просто идти еще надо. Да блин, а мне что делать? Только... А чем помочь? Кик просто ал написать нельзя, не? И каких ботов? Я сейчас зайду, помогу. Я сейчас просто в ГС с другими типами буду. Я сейчас зайду. Могу. Ё-моё, и чё нам делать? Нет. Можешь дать... А ты пахни его на спаун? Спаун. Кстати, у него какой-то ник странный. Роттер юзер. Роттер использовать. Эннам. Короче, бан, айпи. Пользователь. Ой, блин, я же тебя не забанил. Меня не забанят никак. Короче, знаешь что? Блин, а я не могу. Погоди. Я так понял. А, ол, это как игрок считает. Да, я в курсе. Блин! А кик а вот он не работает. Слышишь, это он, походу. А потому что он их тпхает. Погоди, а если вот так, погоди. Давай вот этого rotary user в бан по IP откинул. Бан не найдено. Потому что он... А почему не работает кикал? А, стоп, а если... А смотри... Погоди. Кик. Собака А. Не работает! Нет такого игрока, пишет. Собака. Чё? Пробуй что-то. Блин, вот этот ротор юзер. Ротор юзер, он какой-то подозрительный пользователь. Овде. Овде. Сейчас зайду. Короче, сейчас заходит это. Ё-моё. Пользователь. Ну я ж под лай. У меня пинг 8000. Да как у меня тут лагает жестко. Короче, что я могу сказать? Перезагружаем сервер. Дай.
Окей, я лев. Алло, да, блин. Алло, да. Ну, в Discord удобнее, по-моему. Пипец. Что? Я забыл. Пипец просто. Да блин, ну тогда еще Максим, блин, говорит, сейчас, вот, сейчас зайду. А в итоге не зайдет, кажется. Ага, что там сервер еще на перезагрузке? Я сейчас его перезагружаю. А, блин, все, давай, пока я спать. Давай. Что сказать? Я один остался, меня все кинули. Зато на моем сервере бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. ГОВДС. Да не хочу я. Хэнна, я даже не знаю, кто вот это вообще... вот это... Ну, да... Ого... Ого... Он же был в ДС. Это мы сейчас разговариваем. У меня как бы есть еще как бы на сервере голосовой чат, ничего. Я угораю. На меня 100% этот чел кинул. 100%. Потому что больше никто не может кинуть, кроме этого человека. И не заржавеет. Если захочешь, да я сгори. Всё, сер запущен. Я угорну, если у меня еще плюс стеф вот это попадет, блин, на какой-нибудь видос, типа. Минус стерф вот это. Он минус вот это минус стерф. Хорошо, что? Офигенно у меня. Во, так. Хорошо, надеюсь, вам понравился данный стрим, хоть тут какие-то дебилы были, но вообще все равно. А я, наверное, буду заканчивать. Хорошо, всем спасибо за стрим, всем удачи, всем пока. А, заходите в мой Discord сервер, мой телеграм-канал. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь, конечно же. И ждите, скоро может быть видос, вот тогда будет видосик один небольшой, о котором вы сами узнаете скоро. Так что, всем удачи, всем пока. А можно модерку пойти, мне 14 лет. Ну, это вот, заявка, ну, образец заявки есть вот это, в моем дискорд, вот это, сервер, так что...